Ребят, всем добрый день. Сегодня перед вами есть 5-минутное видео, может быть 10-минутное, о том, как сохранять свою молодость, сохранять свое здоровье и объяснять это другим людям по-простому, что необходимо для этого делать. Значит, перед вами человечек, у которого есть голова, руки, ноги, главное сердце. Отвечая на вопрос, сколько у нас в организме систем, которые, в принципе, регулируют наш биосинтез, нашу жизнь биологическую. 12. В принципе, как месяцев в году. Символичное число. Каждая система представлена неким органом. Ну, например, сердечно-сосудистая представлена сердцем. Основной орган, который качает кровь и, в принципе, дает нам возможность жить. Любой орган, он представлен в виде ткани. Ткани – это то, что, в принципе, формирует форму органа. Любая ткань на самом примитивном уровне, она состоит из клетки. В клетке есть ядро, так же, как у человека есть сердце. Каждая клетка имеет свое внутреннее пространство и внешнее пространство. Внешнее пространство необходимо что делать? Как любой свой дом, защищать. Поэтому клетке нужна защита. Что касается следующего. Чтобы ваша клетка существовала как можно дольше, клетку нужно что? Питать. Питание клетки необходимо. Ну и естественно, для того, чтобы клетка дальше вообще жила, ей необходимо деление, да? Ну, мы напишем это так. Деление клетки как функционал, для того, чтобы она продолжала жить. Теперь обо всем поподробнее. Если вы принимаете продукты, как бы они ни назывались, вы в любом случае действуете на клеточном уровне. В любом случае. Пьете вы воду, пьете вы сок, пьете вы лимонад, или вы используете соль, все что угодно. Вы все равно действуете на клеточном уровне. Поэтому для того, чтобы клетка — это самый главный элемент всей структуры человека, в принципе. Если клетка не живет, клетка не делится, или она по каким-то воздействиям умирает, или более того, можно объяснить на простом примере. Ну, например, онкология. Однажды какая-то клетка одевает на себя корону и говорит, что она самая главная, и просто начинает уничтожать все клетки вокруг. То есть это все начинается на клеточном уровне, прямо на самом примитивном. Мы же сейчас говорим о добром, о светлом, о будущем, а именно о жизни клетки. Что мы предлагаем? Есть рынок натуральных энергетиков, на которых присутствуют такие же натуральные продукты, которые вам давно уже известны. Это кофе, это чай. А есть еще синтезированные продукты, такие как, ну, марки Red Bull, там, Адреналин, Rush. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что люди не высыпаются, люди себя стрёмно чувствуют, люди реально не вывозят программу, и они находят какие-то ингредиенты, как натуральные, давно известные каждому человеку, так и ненатуральные, которые приводят их в систему в порядок. Но на самом деле, что они делают? Они с помощью этих продуктов закачивают сюда либо глюкозу, либо таурин, либо кофеин, который действует на клетку стрессово. То есть пока этот элемент действует, клетка, она бодрится. После этого наступает стресс. Вы же не можете выпить в день 6 чашек кофе, 10 чашек кофе или выпить 10 Red Bull, потому что у вас организм все равно отрубит вот эту систему таким релейной защитой, и вы либо свалитесь с болями в желудке, либо свалитесь с бешеным сердцебиением, и вам будет очень хреново. Это будет как просто отравление алкоголем или пищевое отравление. Мы же предлагаем на этом рынке. Появилась компания 7 лет назад, Вилави, которая год назад вывела сумасшедший, гениальный продукт Тайга-8. Понятно, где находится Тайга-8? На какой, как бы, доле рынка? То есть он, в принципе, вы можете Тайгу добавлять хоть в кофе, хоть в чай, хоть мешать его там с Red Bull, но этого, ну, может быть, категорически делать не стоит. На самом деле Тайга позволит вам, используя Тайгу каждый день, это позволит вам, в кавычках, соскочить с этих продуктов, с кофе, с сладкого, с чая, с Red Bull, потому что это натуральный энергетик. В чем его натуральность? Давайте перейдем к натуральности. Вы так или иначе принимаете таблетированные формы магния, железа, витамина С. Это три основных, самых главных элемента, которые участвуют, ну, практически во всех актах ферментации. Вы наверняка знаете, да, зачем вы пьете магний. Вы хотите поддержать свое сердечко и нервную систему. Женщины и мужчины, ну, в первую очередь, женщины знают, зачем пить железо, потому что это работа эндокринной системы, это работа щитовидной железы. В первую очередь, если вы не хотите участить походы к эндокринологам, вам крайне необходимо пить железо. Дальше, витамин С. Витамин С – это иммунитет в первую очередь.
Но что такое иммунитет? Это и аллергия, это и онкология. То есть иммунитет – это не только ОРВИ и гриппы. Иммунитет – это, он представлен у нас тремя органами. Кишечник, костный мозг и это тимус. Вот он находится здесь, показывает. Тимус, кишечник, вы сами все знаете, самый большой иммунный орган, ну и костный мозг. Ему нужен витамин С, потому что он идет на поддержание и правильной работы иммунитета. Вот. Мы все контролировать не можем, поэтому толстолобые мужики в Томске создали CBXP-комплекс, в который включили CGNC-комплекс, это хвойно-каротиновая паста, которая обеспечивает ему, по сути, ну, глобальную поддержку витаминами и необходимыми элементами химическими. Сюда входит клеточный сок пихты. Он необходим для чего? По сути, это железо, напишем так, мальтольный комплекс. Да, железо-мальтольный комплекс. То есть мальтол, как естественный транспортер, он транспортирует в тонкий кишечник железо. Оно трехвалентное. Для тех, кто смотрит это видео впервые, наверняка знает, что там в яблоках и в печени куриной, там еще где-то железо содержится в двухвалентной форме. Оно очень трудно усваивается. Трехвалентное железо усваивается мгновенно. Ну, не знаю, как анестезия у анестезиолога. То есть вы в ту же секунду там это получаете. Клеточный сок пихты. И самое большое содержание полипринолов. Полипринолы – это то, что содержится вот в продукте Тайга-8 больше всего. Когда вы смотрите состав, сначала вы увидите полипринолы, дальше вы увидите клеточный сок пихты, потом вы увидите фенильные кислоты, флавоноиды. Это то, что есть прямо вот в самой природе. То есть в продукте, вообще даже воды нету. Нету ничего синтезированного. Меня спрашивают на встречах, вот железо, магний, витамин С, он синтезирован или нет? Нет, ребят, он не синтезирован. Он содержится именно в клеточном соке пихты. Объясню как. Например, витамин С, за счет того, что клеточный сок пихты, пихта содержит витамин С, ее используют как антивоспалительный, да, для десен, для кишечника, противоязвенный элемент. Также его используют для против там, лечения цинги и так далее. Железо, оно красного цвета. Видите, продукт он красного цвета, потому что он содержит железомальтольный, ну, как бы комплекс, естественно. Полипринолы, давайте расскажу про них подробнее, так как их больше всего, и на них там основная нагрузка. Полипринол, чтобы вы понимали, вот возвращаясь сюда, кто-то очень любит, когда я так рисую. Вот все, что у нас входит, то и выходит. Мы как система биосинтеза. Поэтому полипринолы, они есть во всех, вот елочка, они есть вот в этом лапнике, вот в этой короне. Там содержатся полипринолы. Это то, за счет чего клетка пихты долго живет, она защищена и она продолжает как бы делиться. Поэтому она вечно молодая, зеленая и стройная. За счет мальтола она не гниет. Даже если она упала, это естественный консервант для пихты. Вот. Полипринолы, попадая в организм, под воздействием ферментов печени, превращаются, внимание, долихолы. Наберите в Википедии долихолы, и вам будет сразу известно, что долихолы – это изопренолидные спирты, ну, по сути, предвестники всех биологических форм белка, жир, углеводы, нуклеотиды, ферменты, гормоны. То есть из этого получаются все остальные, в общем, ингредиенты, из которых мы с вами состоим. Также долихолы, они содержатся где? Еще раз нарисую клетку. Они содержатся непосредственно в стенке клетки, вот прям в самой ее мембране, в клетке. И употребляя и увеличивая количество долихолов в организме, которые постоянно расходуются на что? На защиту вашей антиоксидантную, на ваше кислородное голодание, на то, что вы где-то бухнули, выпили кофейку, или стрессанули, или у вас полет, или вы не выспались. На все это расходуется большое количество энергии. Как вы помните из курса биологии, энергия, она у нас где? В митохондриях. И за счет адена, центрифосфорной кислоты, это все происходит. Поэтому, употребляя долихолы, мы тем самым повышаем заряд нашей батарейки под названием клетка. Вот и все. Я надеюсь, вам это видео понравилось, чтобы вас сильно там не грузить. Вот, в принципе, еще раз можем как бы, ну, подытожить. Первое. Есть человек, 12 систем, орган, ткань, клетка. Наш продукт Тайга-8 воздействует именно на клеточном уровне. Он помогает клетке с питанием, с защитой и со следующей как бы жизнью, делением.
Если вы употребляете тайгу, то вы, естественно, можете со временем вытеснить все ваши вредные привычки с употреблением кофе, редбулов, там, зеленого чая, который очень сильно тонизирует. Да, они приводят в порядок, но не сразу. И CBXP комплекс – это ноу-хау, это то, что запатентовано, это то, чего нет ни у кого, и с этим можно строить бизнес, а именно, используя полипринолы, используя клеточный сок пихты и используя CGNC комплекс. Много матершинных слов, но со временем вы в этом разберетесь и поймете, как с этим работать.